Этот дом пережил капремонт еще в 2015 году, однако его последствия подрядчику приходится корректировать до сих пор. Прошлым летом местные жители обратились к губернатору Подмосковья с просьбой проинспектировать качество работ по кровле. После проверки правительство региона дало указание подрядчику устранить недостатки. Итоги этой работы проинспектировал в рамках рабочего визита министр ЖКХ области Евгений Хромушин. Сегодня мы приехали с контрольной проверкой, потому что уже здесь присутствует подрядчик, кто эту работу сделал. На сегодняшний момент я считаю, что крыша сделана великолепно, то есть полностью поменена стропильная система, значит, полностью заменены все несущие элементы, соответственно, металл. И сейчас остались там несколько буквально мелких замечаний, связанных с примыканиями, с ограждениями и так далее. То есть здесь можно сказать, что поручение губернатора выполнено. По нашему подъезду нет претензий по кровле. И действительно, несмотря на то, что совсем недавно был ливень, под новой крышей сухо и чисто. Но в процессе предыдущих проверок правительством региона также было сделано несколько замечаний по качеству покраски фасада. Красили последние самые фасад, уже по морозу красили просто. И вот обратите внимание, за углом это самое проем все облезло уже. Какие у вас замечания по кровле остались? У нас нет замечаний по кровле. Так, а по фасаду? Что еще по дому осталось по капитальному ремонту? По фасаду, там, где частично отслоение, шелушение, ну, они по нашему обращению в рамках гарантийного случая устраняют. Когда? До 10 августа. Также после общения с жителями министр ЖКХ дал поручение по благоустройству территории вокруг отремонтированного дома. Также задачу поставили, что 10 числу к завершению работ, во-первых, привезти чернозем, засыпать это все, чтобы жители могли восстановить свои посадки. Значит, там посмотреть вопрос, что можно решить с кустами и привести в порядок дорогу. То есть это мы также зафиксировали, тоже 10 августа это отконтролируем. Стоит отметить, что после ремонта, пусть даже весьма непростого и затянувшегося, дом выглядит значительно лучше снаружи. Однако теперь ему предстоит преобразиться еще и внутри. Министр ЖКХ дал поручение управляющей компании также провести текущий ремонт подъезда в здание. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».